Спасибо, что нас послушали. Пойте эту песню. Хари Кришна – это имена Бога. У Бога много разных имен. Так же точно, как много названий у Солнца. У нас существует, может быть, 500 национальностей на планете, может, больше. И каждый по-своему зовет Солнце. Но от этого оно не становится принадлежностью какой-то одной нации. Также Бог не является принадлежностью какой-то религии или культуры. Это личность. Он для всех. И он для всех один и тот же. И мне непонятно, почему люди друг с другом воюют. Один говорит, мой Бог лучше, другой говорит, нет, мой лучше. Мы все дети одного и того же Бога. Вот у меня, например, четверо детей. И они тоже дерутся между собой постоянно. Дерутся и дерутся. Чё выясняют? А видать, просто таковы родственные отношения. Кто-то так видит мир, кто-то по-другому. Кто-то медленнее двигается, кто-то быстрее. Но это не повод для того, чтобы ссориться. И вот эта Хари Кришна мантра, она может объединить всех, потому что она внеконфессиональная. Любой человек, любой национальности, культуры, религии, возраста, пола, социального уклада может ее петь и получать одинаковую пользу. Так же точно, как любой человек, независимо от его принадлежностей, может получать пользу, если заплатит налоги. Если вы придете в налоговую службу, то вы увидите там представителей разных национальностей, культур и религий. Но они все занимаются очень важным и приносящим счастье делом – уплатой налогов. И государство не смотрит на принадлежность, когда берет налоги. Также и Бог, Он не смотрит на принадлежность, когда мы обращаемся к Нему по имени. Он одинаково к нам относится. И все, кто обращаются к Нему с одинаковым чувством, с чувством любви, признательности и благодарности, получают один и тот же результат. Какой результат? Становится по-настоящему счастливыми. Вражда уходит из сердец таких людей. Злость, ненависть, зависть. Вредные привычки уходят практически безвозвратно. Такие привычки, как привычка пить алкоголь, курить сигареты, принимать наркотики. Развратная жизнь заканчивается. Обман уходит из жизни таких людей. Коррупция, преступность. Все это исчезает. Там, где поют эту песню «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна». Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Поэтому так было бы хорошо, если бы все жители нашей страны великой и прекрасной пели эту песню. Столько пользы это бы могло принести. Мы этим, собственно говоря, и занимаемся. Просто ходим по улицам и информируем всех, кто в этом заинтересовался, о важности пения Хари Кришна мантры. Итак, пойте эту песню, по крайней мере, в свободное от работы время, и будьте счастливы. Подходите к нам, у нас есть здесь еще несколько книжек, в них вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. А мы заканчиваем наш концерт. Благодарим вас за внимание. Наш концерт окончен. Хари Кришна.